Следственный комитет Следственного комитета России по Чувашии возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи столичной администрации. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Следователи выяснили, что с апреля по декабрь 2016 года подозреваемый получил 280 тысяч рублей от двух индивидуальных предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками по трем городским автобусным маршрутам. Эта взятка предназначалась муниципальному чиновнику за уменьшение количества проверок, проводимых сотрудниками возглавляемого им отдела в отношении автотранспортных средств, задействованных на указанных маршрутах, и нерасторжение с ними договоров на осуществление пассажирских перевозок по выявленным нарушениям. Напомним, что 22 марта в отношении подозреваемого уже было возбуждено одно уголовное дело за получение взятки. Сейчас оба эпизода объединены в одно производство. Экс-чиновник находится под домашним арестом.